15 декабря в Химках пройдет 4-й межрегиональный образовательный форум «Вектор развития». Площадка откроет свои двери для молодых лидеров со всего Подмосковья. Участников ждет насыщенная образовательная программа, 3 познавательных блока «Вектор лидерства», «Политики» и «Медиа». Участников ждут лекции, тренинги и мастер-классы от ведущих лидеров своей области. Среди спикеров заявлены члены правительства Подмосковья и популярные блогеры. Также подведут итоги работы местных штабов молодой гвардии и определят планы на будущий год. Конечно, в первую очередь хочется получить обратную связь от нашей молодежи, от местных штабов молодой гвардии по субъекту, понять, чем живут ребята на местах, какой есть активный запрос у молодых людей. Более того, мы проводили сейчас в преддверии съезда партии, проводили опросы и фокус-группы с ребятами. Они так элементарно и назывались: «Чего хочет молодежь?». И вот этот тот лозунг, тот вопрос, который мы ставим перед форумом, для того, чтобы обсудить, чем живут местные штабы, чем живет сегодня молодежь, и выстроить план работы на 2019 год. Участником форума может стать каждый. Сейчас их уже больше 600. Регистрация открыта вплоть до субботы на официальном сайте молодежного форума «Вектор развития».